Я благодарю всех участников, кто собрался на тренинг, кто был с нами онлайн, кто был живьем. Почему? Потому что все, что касается подъема резонансных программ, подъема инстинктов, отмены, перепроживания каких-то вот этих моментов, это невозможно сделать, когда человек один и когда он в спокойном состоянии. Потому что надо же сперва идентифицировать эту программу, надо ее как-то распознать, поднять и так далее. А тут получилась замечательнейшая группа. Мы смогли поднять такие ресурсные травмы и поднять такие программы, которые, ну, идентифицировать вот в обычной жизни было бы не всегда возможно. Да, поэтому большое спасибо всем участникам. Я думаю, что картина мира у них изменится однозначно. Они смогут быть счастливыми, любимыми, они смогут найти себя, свое любимое дело и действительно играть в свою игру, в своей реализации. Могут создать эту свою игру, а не играть в чужие игры. Я хочу поблагодарить точно так же группу. Группа прекрасная. Как все вместе, так каждая в отдельности. И мне очень нравится делать то, что я делаю, потому что я вижу, когда меняются глаза, лица людей, когда они начинают светиться. Вот то, что сегодня мы в океане проходили, вот я прямо сейчас то же самое прохожу и наполняюсь, мне это очень сильно наполняет и вдохновляет. Я точно так же вместе с вами прохожу свои программы. То есть осознаю, то есть все это перевариваю, то есть мало того, что я веду, но я точно так же и смотрю внутрь себя. И, конечно, это счастье. Мне это очень сильно вдохновляет. Для меня это огромное было удовольствие со мной всеми работать. И вообще отдельное удовольствие смотреть, как вы открываетесь, как показываете какие-то свои сокровища, что-то такое настоящее, что-то такое удивительное, как мы все между собой взаимодействуем, как получается вообще что-то такое новое совершенно, удивительное. То есть для меня это такой процесс сплошного чуда с удовольствием. Я прошла курс. Глубочайший, обалденнейший курс, вообще силище, мощь. Я очень счастлива, и у меня такое огромное осознание пришло. Это очень наполнено, и очень тяжело было снимать какие-то свои маски, социальные привычки, вообще брать все, вот, снимать, выкидывать и чувствовать что-то новое. Огромное спасибо Натальям за помощь, поддержку, за то, что помогли найти путь к себе. Я хочу поблагодарить всех Наташ за этот удивительный опыт, опыт познания себя, за эту поддержку, за эту глубину, которую мы здесь создали вместе. А изменил ли курс твою жизнь? Да, однозначно. Осознанность. Уровень осознанности уже, даже на данном этапе, понимаю, что это только первые, не знаю, шаги, первые ощущения, первые впечатления. На этапе до переваривания уже есть эффект однозначно, 100%, и вектор правильный и верный. Я хочу выразить благодарность всем Натальям, всем участникам тренинга, но в первую очередь я хочу выразить благодарность самой себе, за то, что я нашла в себе силы сюда прийти, за то, что я прошла путь трансформации. Я не могу сказать, что это легко, но это того стоит. Это факт. И я желаю, чтобы каждый нашел в себе силы пройти этот путь. Да. Я очень рад, что нашел этот путь. Я не зря сюда пришел. Я счастлива, что я именно сейчас попала на эти курсы, что был человек, который смог направить меня сюда, которому я тоже очень благодарна. Это моя мама. И я благодарна вот этой замечательной Святой Троице, трём Натальям, которые теперь мои, ну, тоже мои родители. Они душевные родители, родители моей души. Ну, спасибо. То, что я почувствовала на этом курсе, для меня большое открытие. Я очень счастлива, я теперь с новым желанием в жизнь. Я живу, я счастлива, и мне очень хочется жить, открывать себя дальше, глубже,
я еще много чего смогу, я чувствую себя огромные силы, потенциал очень ощущаю и глубину. Благодарю большое за этот курс. Всех вас и Наташу, и всех Наташ. А когда душа открывается, люди часто плачут. И у нас на курсах очень часто плачут. Это слезы счастья, радости.